Приветствую вас. Вы находитесь на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Tomb Raider. Выпуск игры у нас датируется 2013 года. Итак, нам надо ускоренный спуск. Найдите на берегу остальных выживших. Так. Лагерь. О, банка с опытом. Давай, беги. Кстати, вот туда можно пробраться как-то. Так, я не понял, а сюда-то как забираться? А ежу, что ли? Кабанчик. Как-то же его забирать можно? Только как? Ну ладно. Суть не в этом. Вот тайничок. Ни с того ни с сего нашли тайничок. Такая. Ладно, тайничок мы взять пока не сможем, как я полагаю. У нас нет какого-то оборудования, чтобы его взять, поэтому оставим его до лучших времен. Посмотрим, что у нас здесь есть. Скорее всего, сейчас, ну, скорее всего, замес, наверное, должен произойти. Знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой, но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь. Понятно. Так. Дверь. И взламываем. Давай. Вот так. Искры из глаз и гром из задницы. Вот мне не интересен пиратская жизнь. Доберитесь до Галиона. Че, запчастей не хватает каких-то? Ладно, я разберу всех. Так, попробуем поднять мотор на... Ты что? Я что-то здесь чувствую, что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Понятно. А мне? Так. Ну, кто хочет почитать, может нажать на паузу и прочитать, либо когда сам проходишь тоже. Надеюсь, они нам не понадобятся. Читать можно. Нужно. Эй, не только Лара умеет. Чего вы тут ломаете? Без меня пальбу устроили. Я первый. Ну, все хорошо. Я первый, кто должен стрелять. Ничего. Сожгу нахрен ваш корабль здесь. И тебя тоже. Вы ж надумали. Сколько времени нужно на ремонт мотора? Ну, если Алекс принесет. Нет, туда. Пара часов. Мы сможем. И прыжок. Если Алекс так. Здорово. Так. Что-то летающее, что ли, должно быть у меня. Какие крылья. И... Давай, вот так вот, молодец. Опа.
Вот так. Не шумим. Стой, нет. Так, уйдем. Сначала глянем, что здесь. Здесь ничего. Вот теперь пойдем. Теперь можно. Вперед, мой верный конь. Мой бобинатор. Давай. Ты как Бэтмен не можешь, нет? Вырвать. Так. И поехали кататься. Давай. Ура. Интересно. Так. Португальский. Ему больше сотни лет. Давай. Больше сотни лет. Португальский. Интересно, вот кто так строит? Кто здесь вообще живет? Да они вооружены. Не знаю, дай подумать. Раньше все молчит. Вот так. Вот так. Кто-нибудь еще? Так, что-то поджечь. А, во. Я, блин, даже не заметил первоначально. Ждал, когда за мной придут. Итак. И еще возьмем. Что хорошего у вас здесь есть? Так, наверх можно. Вот как-то по-любому можно. Только это поди что-то замысловато должно быть. Итак, какое-то снаряжение у нас отсутствует. И это плохо. Давай. Здесь ты можешь как-нибудь стрелять, пробить. Я даже и пробовать не хочу. Ладно. Так. Мы ползем дальше. Не будем мучить нашего персонажа глупыми. Заботами. Вот так. Давай, детка, я в тебя верю. Прыжок. И наверх. Давай, столько всего натерпелось. Пошла. Карта обновлена. Особое место. Новинка. Заберите такелаж с галеона. Подожди. Кстати, мы что-то упустили. Ну, наверное, вот он там. Ну да. Так. Что это за штука такая, которая мне очень нужна. Прям очень. Господи, это ж лебедка. Пиратская жизнь, относите такелаж его, не такелаж. Как же он называется-то правильно? Беги. Вот так. Все. Вот, посмотрим, что нам тут преподнесла судьба. Этим пользовались писцы китайского императорского двора.
А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Нехило его обнесли. Такелаж. Подъемный кран. Подъемный кран. Как он? Силовой блок, по-моему, называется. Как-то так. А, подъемный блок. Подъемный блок называется, правильно. Кто-то там ждет меня, что ли, или что он там? Понизу не могу. Свой, чужой, кто ты? Чудак-человек. Так. Ладно, не говори. Сюрприз будет. В рукопашку тебе попробуем взять. А вроде наш. Ну, я вас не рассматриваю. Так, нет. Раз у меня есть эта штука, которая новая, надо попробовать. Да. Это не сработает. Так. 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 А что сработает-то? Кто-то где-то что-то привязать надо, что ли? Ладно, давайте отнесем, посмотрим. Что нам скажут про этот такелаж. Подъемный блок. По идее, подъемный блок. Так правильно его называть надо. Спасибо. Может, морское какое-то назначение? Такелаж. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Ну, приуныл. Это Уитман! Давай, я поохочусь. Так, этот козел вроде как предатель. Я в него не верю. Так что? Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже ага. Вспотели. Спугнул. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить. Хотел он. Стукачок. Послушайте, вы двое. Мне все равно. А я говорил, я говорил. У нас на это нет времени. Мне его рожа сразу не понравилась. Я надеялся, что... Доктор, еще слово и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную... Кстати, это, по-моему, тот, который это жену предал. Козлина-то это. Если мы тут передеремся... Дневник, когда мы читали. Все погибнем. Предал всех и вся ради. Я сам знаменитым. Я и смогу все. Поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно. Буду, мы скоро буду. Вернемся. А вы пока за этим козлом присмотрите. Если что, такелажем по орехам. Его не жалко, такие не должны размножаться. Лара, постой. Выдайте ему два гандона. Первый, чтобы не размножался. Возьми это, внук. Второй на голову, чтобы все видели, кто он. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Ио. Давай. Что угодно. Бронебойный какой-то лук у меня. Где ж ты раньше-то был? Так. Так. Какой-то быстрый переход, навыки меня не интересуют, меня интересует снаряжение. Чего-то, чего тут не хватает. Это чего? Самодельный релиз из брелока для ключей увеличивает скорострельность. Это витая тетива. Напалмовый. Извлекать.
Я даже не знаю, что он там за лук такой у меня, просто пипец какой. Так. Дробовик. Ой. Зажигательные патроны. Обмотка прикладом. Чего на что влияет? Помогает стабилизировать оружие при стрельбе. Так. Вот даже пистолет что-то могу. Так. Приемник магазина. Рукоять. Тебя-то уж нечего модернизировать. Ты вроде как самый модернизированный. Да. Юран стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Оттуда и пойдем. Ты прав, моя старая черепаха. Лук пробивает все, что угодно. Ага. И я Черт, думаю, сейчас пока не могу. Не от силы зависит, я тоже так думаю. Лук пробивает все, что угодно. Так. Мне как-то залезть туда надо. Прыгать, что ли? Ползти. Отсюда. Так. Еще разок посмотрим. Откуда и куда мне ползти? Если я стою вот здесь. Пустите комету в неровную скалу, чтобы... А, можно в скалу уже пускать. Вот так. Понятно. Так, ну ладно. Тихо, куда ты? Мы с тобой полезем на скалу. Так. В чем подвох у нас? Ну что, Рейс, я подхожу вот. К Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Так. Что у нас по карте показано? Так, ну тайник. Он нам нужен? Я думаю, мне вот он не нужен. Он у нас где-то... Вон там, прыгать надо. А вот артефакты, да, можно посмотреть. Артефакты вещь интересная. Так, ну первый мы нашли. Пошли отсюда, чайки. Так. Что ты нам преподнесешь? Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? На бирке имя. Милли. Милли. Так. И второй тоже тут же. Где-то. Внизу. Так. Вниз спуститься можно. Это возможно. Вот так. Давайте посмотрим, что здесь. Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? Ну, это домыслы, догадки. Кто ж разберет там, что у них было на самом деле. Что бы ни было, это, кстати, часть культуры.
это вообще хорошо. Лучше, чем бескультурье, когда среди гопников одних обитаешь. Так. Ага. Давай. Поедем. Кого-то нам здесь. Да, отсюда ехать. Обратно забираться, святой. Нам туда не надо. Нам туда не надо. Нам туда не надо. О, гробница, если я не ошибаюсь. Вот тут гробница. И что они сказали? Что там происходит? О. Какая-то баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. Она убила Владимира. Господи, помогите мне! Ну? Пробивает что угодно. Чё ж он тогда не сдох с первого выстрела-то? Приходи. А я и не прячусь. Или ты это себе говоришь? Куда-то ушел. Ладно. Да. И... Опаньки. Не то, что мы хотели, конечно. Мы рассчитываем на модернизацию. Так, осторожнее, вот эта штука, это верная смерть, для нее не забываем. Она, тварь, кататься-то не умеет, падает и помирает. Вот если с высоты, там больше шансов выжить, а вот на этой штуке подскользнуться. Не туда надо. Ребятки. Так, вы не хотите меня пускать, ага. Понятненько. Будем тогда с вами по-другому разговаривать. Раз вы по-хорошему не хотите. Так, сюда. А вот сюда вот тоже сюда. Да какой? Ты же знал, что ты сдох. Ты был труп заранее. Так сказать. Сразу трупом стал. Как правильно сказать-то? Итак. Здесь ничего у нас нету. Нет, что-то где-то артефакт где-то. Вон он. Как тебе артефакт? Ты только дождись. Так, ладно. Мы подождем. Не-не-не-не-не. Вот так. Так, стой, где ты? Вот он. Это он? Нет. Вот же он. И? Что случилось с детьми? Еще одно имя, выцарапанное на дереве. Коко. Коко. Тайны Коко. Так. Ага. Вот мы как раз направляемся. Теперь все знают, что в городе появился новый шериф. Давай. Зададим этим грязным ублюдкам. В атаку! Скажем охране. Не беспокойся.
скажем, что он сам. А? Помогите мне! Давай. Да. Все, помогли. Так. Попрыгну хоть. Блин. Ладно, на обратном пути посмотрим. Где? Где-то здесь. И внизу, наверное, под водопадом. А, нет. Вот, смотрите. Вот он. Какой-то. Вот. Так, мы его откроем. Посмотрим, посмотрим, ребятки. Блин. Это не то. Значит, все-таки под водопадом где-то надо искать. А вот это сделали поудобнее. Какая же хрень какая-то. Какая же хрень. Так, я хоть правильно иду? Куда мне идти-то надо? Так. И взламываем. Виталий, собрано лук. Так. Приматывать нету. Прыгать что-то. Давай, прыгай. Вот так, в самый конец аж ухватились. Ё-моё. Хорошо, ты нервы пощекотала. Так. Идем, идем. Берем максимум. Так, вот здесь что у нас? И поджигаем, берем. Берем, все берем. Что там? Фотография двух девочек. Это бумажник их отца. Имена на фотографии. Милли и Коко. И... О! Вот чьи игрушки там были. А так, стой. Сломай. Ломай его. О, винтовка. Что-то собрано, три детали, что-то. Хотя мне винтовки-то нет, это автомат больше похож, а не винтовка. Но тем не менее. И только в кожаных штанах, на высоких каблуках. Эта песня, кстати, про тебя, походу, дело. Так. А, нет, смотрите. Вроде как в направлении. Правильно двигаюсь. Так, модификация оружия не отменяет предыдущей модификации. Понятно. Что-то мы, ага. Глушитель. Так вот. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как он. Что-то не понял. Так. Это дробовик. А, вот. Вот глушитель. Вот так. Теперь мы круты. А это ведь какая-то лаборатория. Их отправили сюда изучать природу бурь? Да. Ладно. Посмотрим, что можно сделать.
Окей, живем. Здесь есть электричество. Как это возможно? Как это возможно? Вот так. Люди раньше умели делать, не то что сейчас, все одноразовое. Даже салфетки идти одноразовые. Посуда одноразовая. Господи. Как мир пал. Ой. Нужно найти путь на ту сторону. Еще и подтоком, ладно. Это нам не надо. Что у нас еще имеется? Так. Это не подтягивается. Так. Новый плод. Цвет из песни слов. Вот как так получилось, ты, тварь ты такая? Как? Ой. Нужно найти путь на ту сторону. Боже, ищи давай. На ту сторону. Вот ты стоишь. Что могло пойти не так? Давай. А, вот оно что, Михалыч. А куда нам бежать-то? Так, вот точно не сюда. Так, ага. Ну что ж. И... Так. Понятненько. Значит, мы не успеваем. Нужно найти путь на ту сторону. Найдем. Так. А если запрыгнуть туда? Не совсем. Так. И... Так. Здесь она почему не прыгает-то? Так, надо как-то подтянуть, значит, все это дело. Нужно найти путь на ту сторону. Так, это да, по-любому надо снести. Так. Это нам по-любому надо поджечь. Что еще у нас здесь есть? Так, что мы имеем? Да. А, вот, ну-ка. Тут же край подсвечен не просто так. И... Давай. Иди сюда. И еще давай. Вот так. В теории должно быть так. А сейчас как после прыгаем. Вот так. Отсюда уже можно. Так. Белый человек. Давай. И...
Вот так. Так, а везде мокро. По идее, током ты меня и так должен шарахать. Так, что мы здесь видим? Так, не понял. Так. Не понял. Добежать-то мы добежали. Дальше-то что? Так. Это какая-то... Нужно понять, как перебраться на другую сторону. Вот хороший вопрос. Надо было попробовать. Надо было попробовать. У меня такое чувство, что у меня инструмента не хватает. Так, я уж не знаю, что делать, хотя я думаю, можно, еще кое-что попытаться. Этот плот у нас же двигается. Мы сейчас одну херню сделаем. Мы, по крайней мере, попробуем. По идее, должна сработать. Я хочу... на плот эту хуйту поставить. Не-не-не-не-не. На плот. А сам спокойненько обойти там. Так. Не получилось. У меня почему-то именно такое предчувствие. Просто только так я смогу обойти. Так, значит, надо побыстрее просто двигаться, а поактивнее. Вот так. О! Ха, кстати, а возможно, оно так и должно быть. Если эта решетка непробиваемая, так... Значит... Значит, оно так и должно быть. О, вот она, система-то какая. Так. Думали, что вы умнее меня. Ну, сейчас. Так. Черепашка. Клад. Артефакты из древней гробницы. Что они здесь искали? Что они здесь искали? Что здесь я ищу? Вот. Ничего они-то. Хоть бы раз показала, что ты оттуда достаешь. Ух ты. А то вздыхаешь, так интригу наводишь, а итог. Так, на всякий случай, здесь ничего нет? Ничего нет. И поехали. Так, мы идем, правильно? Правильно. Так. Что у нас по запчастям? Вроде ничего. Так. Правильно идем. Правильно. Выбираемся отсюда. Идем, что-то нам надо. Ломик взять. Надо взять, что случилось с Алексом. Это он ждет нас. Ну, по крайней мере, ждал на тот момент, когда мы собирались к нему идти. Так что... Факамаза! Вперед! Давай! Что у нас здесь? Так, а я хоть туда бегу-то вообще? Как-то... Как-то не знаю даже. Какие-то...
Подождите. А я еще не вышел отсюда. Вот так вот. Вот так вот. Все. Вот теперь. Продолжаем. Так, так, так. Вот по этой гнилой палочке. Хорошо вы придумали. Так. Никого нету. Вон там можно было спуститься, что-то взять. Инструменты. Ладно, обратно пойду, все равно же. Ну, по крайней мере, рассчитываю, что я посюда пойду. Так что. Да. И вот так. Вот, смотрите, опять закрыто. И мы не можем это убрать, пока у нас не будет какой-то херни. Нужно найти что-нибудь покрепче. Что-нибудь покрепче. Че, мои руки покрепче? Че у тебя покрепче-то? Выпить покрепче. Солнце дряхлеет с каждым днем. Совсем скоро она выберет себе преемницу. Боюсь, ею стану я, ее фаворитка. Она обожает меня, называет своей первой дочерью, всегда держит при себе, даже расчесывает мне волосы и наряжает в свои лучшие наряды. Я чувствую себя любимой собачонкой или куклой. Понятно. Хочет. Хочет, чтобы я такой же, как она была. Вот тут тоже нюансы есть. Она хочет во мне реализовать все свои несбывшиеся мечты и надежды, продолжить существование за счет меня, как паразит. На... Ну как, это, кстати, не меня, а тот, кто по дневнику там. Да? Хочешь, чтобы ее идея процветала? Дело, конечно, хорошее. Эндюранс. Они разбирают его на части. Так. Что, тоже мы взяли? А вот что мы взяли? Что-то я не посмотрел. Так, это что у нас? Так, кожух ствола позволяет повысить точность и урон выстрелов. Повышает скорость пули и наносимый урон. Так. Так, это у нас. Эта модификация позволяет стрелять пулями с сжигательным составом. Кожух ствола повышает точность урона, повышает скорость оружия, уменьшает отдачу, стабилизация. Огненные стрелы поджигают больше. А, больше участок поджигает. Понятно, ладно. Ну, на этом все. Увидимся в следующей серии, когда будем захватывать корабль. Подписываемся, ставим лайки. Пока.